Образование будущего, которое начинается уже сегодня. В Белгороде на международной научно-практической конференции обсуждают перспективы естественно-научного ноосферного образования. Какая роль отводится учителю, каким будет школьник и какие возможности открывает перед нами эволюционная новая ступень образования 21 века. Над этими и многими другими вопросами размышляют сегодня ученые из ведущих университетов российской столицы, Украины, Беларуси, их коллеги из Белгородского госуниверситета, а также учителя-предметники со всего региона. Конференция приурочена к 150-летию знаменитого академика, которого называют гением 20 века, Владимира Вернадского. Именно ему принадлежит не только сам термин «ноосфера», означающий сферу одухотворенности разума, а также принципы той концепции, которая легла в основу образования будущего. По мнению ученых, нынешняя система подготовки школьников уже давно себя изжила. И сегодня необходимо бросить все силы на раскрытие внутренних ресурсов личности. В этом ключевая роль отводится учителю. В нашем регионе уже давно поняли, что подготовка будущих педагогов должна отвечать вызову времени. И в Белгородской программе развития образования на 2011-2015 годы заложен целый комплекс мер по совершенствованию уровня преподавания. Мы поднимаем учителя через системно-деятельностный подход до уровня федерального государственного образовательного стандарта, нацеленного на соответствие экономике знаний. И при этом мы уделяем очень большое внимание и духовно-нравственной позиции наших педагогов, которые должны обеспечить не только рыночные вызовы, но и еще способствовать появлению человека нового, человека, который сможет очень успешно жить в солидарном обществе, быть его основой и быть его защитником и быть его поборником.